nothing could be harder. Blast, 4-4, dance floor, effervescent, awesome, parkour. Always jumping, bars that you can't talk. It's so easy, it's so easy, ay. 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 It's so easy. Yay! Как вы? Привет! Воу! Воу! Ладно, все, хватит. Я вообще не умею играть в баскетбол. Поэтому я в бейсбольной куртке. Да, у меня просто буквально отбили желание играть в баскетбол. Но мне из-за этого немножко больно каждый раз это вспоминать. Я последний раз играл в баскетбол в школе. Да, и все закончилось дракой. С моим одноклассником мы играли за одну команду. Я попал ему мячом в лицо. И он решил, что это специально. И был чертовски прав. Потому что не надо на меня кричать, если я решил бросать с середины. Я попал ему в лицо, у него потекла кровь из носа. И он мне сказал, он посмотрел на меня и сказал, теперь ходи и оборачивайся. Я эту фразу очень сильно запомнил. И я понимаю, каждый мужчина проживал через такое, да, когда ты понимаешь, либо я теперь хожу, ну, я все время должен трястись, присмыкаться, брать, либо ты даешь бой. И я пошел и сам напал на него со спины. Потому что, ну, блин. Я такое не потерплю. Я напал на него, и драка была так себе. Это больше напоминало гачи мучи, конечно, потому что мы... В конце мы были голы. Ну, мы рвали одежду друг на дружке. Да, нас вызвала директриса. Мне причем, он был так жесток. Он душил меня, и мне кажется, он не совсем про меня думал в этот момент, потому что он говорил, почему ты бросил нас с матерью? Но я... Когда нас вызвали к директрисе, она сказала, такие лбы здоровые. Вы в своем уме? Вы из-за чего подрались-то? Из-за девочки? Мы такие, из-за баскетбола. Она говорит, да господи, как можно подраться из-за баскетбола? Не бросал же никто с середины. Я уверен, надо бросать с середины, если понимаете, о чем я. Да? Надо, если ты забросил мяч с середины, грубо говоря, это же будет легендарно. Но как ты забросишь с середины, если ты никогда не бросал с середины? Надо поэтому нарушать правила, блин, всегда. И даже про этот концерт мне сказали, ты что, реально будешь днем записывать в баскетбольном зале в шортах? Это же риск. Йоу, я знаю стендап-комиков, которые концерты записывают без шуток. Вот это риск. Здесь я не так уж сильно рискую. Нет, надо нарушать правила. Я серьезно говорю. Я обожаю вот окружать себя людьми, которые также правила любят нарушать. Которые мне говорят, у меня вдруг один мне говорит, я поеду в Штаты без визы. Я говорю, офигенно, как это так? Она говорит, так очень легко. Летишь в Мексику, переходишь границу, там сдаешься полиции, сидишь 2-3 месяца, выходишь, находишь адвоката, получаешь, да, значит, разрешение, с ним потом находишь работодателя, устраиваешься, social security number, начинаешь платить налоги, все, ты американский гражданин, живешь свою жизнь. Супер! Он сейчас поехал, и он на этапе сел в тюрьму. Правда, сразу в Мексике, но... В конце концов... Надо мечтать. Я приеду к нему, если что. Я тем более, я зачем испанский учу? Я же год учу испанский. Мне очень нравится. У меня крутая преподавательница. Ее зовут Нади, она из Алжира. Да, но единственное, как-то так вышло, без моего запроса, кстати, на это. Но вместе с испанским, еще совсем чуть-чуть, она преподает мне ислам. Но... Да, зато у меня произношение нормальное. Инна аткалямоль харабия. Она говорит, с ее ханю, с таким испанским можно в любую страну Европы. У нас скоро языковые испанские курсы в Саудовской Аравии. Организатор Аль-Кай что-то.
Да, я... Не, если честно... Да, испанский мне очень нравится, но, блин, у меня есть друг, он очень неадекватно отреагирует. Я ему говорю, буду учить испанский, он мне говорит, и кем ты там будешь работать? Я говорю, где, в испанском языке? Буквой «Х» буду в слове «мухер» стоять посередине, чтобы оно не развалилось на две части. Я говорю, просто учу испанский. Он такой, не, я понял, ну просто ты же в курсе, да, наши дипломы там не канают. Я говорю, я тебе русским языком сейчас говорю, просто учу язык, мне просто нравится язык учить, алло. Он говорит, ну я думаю, надеюсь, ты там и друзей тоже найдешь местных. Я иду, кулаки сжимают злости, думаю, боже, я все равно стану матадором. У меня с испанским была недавно ситуация. Я залетал в Шереметьево, меня забрал представитель службы безопасности на разговор. Очень строгий. Он такой, Евгений, посмотрел вам еще Инстаграм. У вас афиша на испанском. Это вы что, испанский, что ли, знаете? Я такой, ну, немножко, ну, знаете, так, ну, вот так. Он такой, а, для какой цели? Для какой цели? Для какой цели? Я не знаю. Я такой, я еще плавать умею. Ну, я от волны. Для какой цели? Я не знаю. У меня VPN из Мадрида. Но я не знаю. Я точно так же залетал в Нью-Йорк в августе. То же самое. После паспортного контроля подошел их представитель службы безопасности. Причем выглядел просто обычный тип, просто в мятом. У него, единственное, здесь было бейджик, у него был Special Security Service, ну, Super Power Rangers, вот эта вся штука. Он взял мой паспорт и такой, how is your fly? Good? You're good? You fly with good? Can I grab your passport like for 5 minutes, just ask some questions? Yeah, I know, so boring, I know. Yeah, welcome to the United States. Yeah, 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 right. You good? You good? You fly good? You fly good? You fly good? Right, where you from? Where you from? Kazakhstan? OMG, I got a friend who's got a friend who's got a friend. He's also from Pakistan. Я такой... Мы зашли к нему в кабинет. Он сделал всю дорогу, говорил, yeah, 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 that's how we are, yeah, yeah, we're smiling like, welcome to the United States. Мы сели через секунду, такой, okay, what is your proposal to come to the United States? Прикиньте, как американцам сейчас надо экономить, выходит. Ну, раньше они могли себе позволить нанять и хорошего, и плохого полицейских. Теперь им нужен один с ментальными проблемами. И он мне говорит... What languages do you speak? Я говорю, Russian, English, Spanish. И на слове Spanish он делает так, Spanish? For what? Но я уже к таким провокациям готов. Я говорю, to have sex with Наталья Орейро. Ну, это же очевидно. Да. Да, и я подумал, блин, прикиньте, представители двух, по сути, разных спецслужб переживают и удивляются, что я учу испанский. Что это значит? Что это значит? Это значит, что, возможно, изучать испанский больше нет нужды. Что если Латинской Америки больше нет? Они от нас это скрывают. Ты летишь, например, в Аргентину, да? Самолет летит в Аргентину. Его сажают просто на воду. Просто вода. Никого нет. Все. Ты такой, мне это Буэнос-Айрес. Те такие, все, на выход. Там вода. На выход. На выход. Ты такой, ну как же. Стюардесса такая, спасибо, что летали уральскими авиалиниями. Ты в воде такой, слава богу, плавать умею. Они закрывают самолет. Улетают вот так. И ты один в воде. Просто вот так болтыхаешь. Никого нет. Просто вода. И один тип на плоту, только тип на плоту, и у него футболка масон. И ты такой, здравствуйте, а где Аргентина? Он такой, ну здрасте, новость для вас, алло. Вся Латинская Америка упала же с края земли. С какого края земли? Он такой, ну здрасте, приехали. Для вас тогда сегодня две новости, блин. Я такой, не, погодите, если земля плоская, почему вы всем не расскажете?
Погоди, мы же Лазу отправляли, он что, не рассказал? Я просто, я фанат Лазы, но как ученого. Он еще в моем родном городе, уже в Усть-Каменогорске. Да, он работал в Усть-Каменогорске. У нас там свинцово-цинковый завод, титано-магниевый, медиплавильный. И в то же время там, в одно время там жили Барри Алибасов. И, конечно же, Лоза, они работали вместе. Это все можно было остановить на корню, но кто же знал. Но каждый раз, когда Лоза говорит какие-то факты научные, он говорит, типа, земля плоская, города откопали из-под земли, луна — это кусок сыра. Я каждый раз говорю, слушайте его внимательно. Он есть живое подтверждение тяжелого загрязнения воздуха в Усть-Каменогорске. Я, воздух у нас там реально жесткий. Я приезжаю в родной город все время. Приезжаю в родной город, вижу ребят. Они такие, да ладно, Женек, не так все плохо. У нас зато иммунитет классный. Наверное. Я говорю, наверное, как это работает? Ты дышишь газом в Усть-Каменогорске, потом у ночного клуба тебе прыскают газовым баллончиком, и ты такой, ой, иди отсюда, дурак, что ли? Гуляй. А и... Ну и вообще, я последний раз, когда я приезжал в самолет, не смог приземлиться. У нас настолько была дымка вокруг города, смог. Мы должны были в Астане, ну, вернуться и сесть в Астану. И я вообще, и я подлетаю, я такой, кошмар. С другой стороны, это доказывает, что Усть-Каменогорск – Ваканда. Мы скрываем свои технологии от глаз. Ну и нашего главу города многие знают, как «Черная пантера». Потому что он, конечно, хорош. Я обожаю его одно из выступлений, где он сказал, да, загрязнение, конечно, есть, но в основном это все с частного сектора. Я думал, он добавит, ну и вот эти вот айкосы ваши тоже. Ну, думаешь, что они думают, просто так все. Я недавно летал вот в Казахстан, в Усть-Каменогорск, ну, по делам, по домашним. Мне надо было посмотреть нового Тора. И я зашел. Я захожу в кофейню, и я сразу понимаю, бам, россияне сидят. Это как-то, ну, это момент, это тонкий момент. Это не национальный момент. Ты просто видишь такой, ну, это россияне. И пацаны эти меня узнают тоже. Они такие, о, Евгений. Я такой, здорово, пацаны, что вы из России? Они переглянулись, и один такой, да, блин. Как все везде узнают, что я из Москвы. Я такой, йоу. Смотри, ну, во-первых, у тебя коралловое ожерелье. Во-вторых, мы больше и не анализировали. И у него такое напряжение в глазах. И я понимаю, потому что сейчас мы все в стрессе. Весь мир в стрессе. У всех по-разному выражается. Все напряжены. Мне кажется, из-за стресса многие люди еще хамят. Это защитная реакция. Я был в аэропорту, стою в очереди, первый. И меня обгоняет парочка, он, она и с ними ребенок. Они встают прямо передо мной. Просто бум, молча, тык, становятся первыми. Я растерян. Ну, я такого хамства, я не знаю, как мне делать. Но вся очередь позади меня начинает дышать. Они такие... Я такой, йоу, наш паровоз набирает ход. Она впереди в этой паре чувствует это, разворачивается, обращается ко всей очереди, но мне в переносицу. Вообще-то с ребенком можно без очереди. И разворачивается. Что спорно, я вижу ее сына, он нахрен брился уже. Сзади мужик отвечает ей, но отвечает мне вот в мозжечок. Говорит, кто это тут такая умная? Я думаю, боже, у меня не башка, а буферная зона. Я перехожу в соседнюю очередь, иду в самый конец. Иду в конец очереди, становлюсь. Думаю, я не хочу в этом участвовать, я просто стану здесь. А вот этот парень из вот этой парочки, он меня узнает в этот момент? Он просто такой, Евгений? Это вы? Я так ваши шутки люблю. А я уже там в другой очереди в хвосте, говорю, спасибо большое. Очень приятно. Это я так говорю и улыбаюсь. Но думаю, нравятся мои шутки. Ну, теперь ищи себя в них, гондон.
А, все в напряжении, везде это, в такси. Я сел в такси, там таксист вот такой. Он вот так говорит. Особые пожелания будут по маршруту? Даже, ну, прикалываться не хочется. Типа, спрашивал бы он по-другому, можно было, да? Типа, а можете не моргать, да? Что-то. А здесь ты сидишь такой, ну нет, какие, что? Я говорю, пожалуйста, поезжайте как вам угодно. Поезжайте как вам угодно, я так сказал. Мы поехали, и через 5 минут сбили мотоциклиста. Я такой, йоу, и это я ему позволил. О, боже. Да, вообще, так забавно еще. Все читают эти телеграм-каналы бесконечно, никто ничего не знает. Все читают телеграм-каналы, напрягаются. Очень много, всегда есть новостной барыга у тебя в окружении. Твой тип, который говорит, ты реально вот это читаешь? Вот это ты читаешь, реально? Вот это почитай. Такой, окей. То, что ты читаешь, это все из пальца высосано, и я там админ. И ты такой, ну, ладно. И из-за этого ты до конца ничего не знаешь, но все равно от тебя всегда требуют что-то сказать. Типа, ну ты же публичный, ну что ты же, скажи. Я не знаю, недавно меня потребовали это прям вот так, прям... Реки и каналы Петербурга. Я на лодке. Мы компанией. Мы плывем. Капитан. Я раньше говорил лодочник. Мне сказали, ты что, дурак? Это вообще-то капитан называется. Хорошо, капитан, но выглядел он как лодочник. Он разворачивается. Мы на полном ходу. Он разворачивается, говорит, ты же стендап, да? Я говорю, да. Он говорит, а что ты политически-то не высказываешься, слышишь? Я тебя помню, я из Томска сам, ты же в Томске учился, ты в ТГУ учился, я помню, факультет управления, я на 2 курса старше учился. Чего ты не высказываешься политически? Я растерялся, я такой, слышь, ну я же иностранец, и я вообще реально, ну даже и не знаю, замямлил. Слава богу, со мной был кореш, он такой внимательный, он слушается, он такой, погодите. Вы что, на факультете управления лодкой, что ли, учились? А еще проблема вся в том, что я во всем сомневаюсь. Я всегда сомневаюсь. Я помню, как декан на 1-м курсе собрал нас всех. Декан собрал всех нас, подплыл к нам и говорит... Ребята, вы собираетесь получать высшее образование, значит, вы всегда будете все ставить под сомнение. Тогда я ничего не понял. Сейчас я даже этот факт ставлю под сомнение. Я не помню, говорил нам это или нет. Но я сомневаюсь во всем. Я даже смотрю на признанные какие-то гениальные вещи. Я не знаю. Я не понимаю, да это или нет. Смотрю картины эпохи Возрождения. Вокруг все охают и ахают. И говорят, смотри, как круто. Я смотрю, и что я думаю? Фу. Какие мерзкие, жирные ангелочки. Но они неприятные. Они все со взрослыми лицами. Какие-то все жирненькие. Фу. Я такой, как мне говорят, да нет, ну ты посмотри. А Венеру рисовал художник прямо со своей возлюбленной. А вот эти детские тела он с кого рисовал? Йоу, я знаю ваше католическое искусство, но это религиозный момент. Художник, что вы делаете? Да я... Это ради искусства, Господь! Они позировали. Нет, я понимаю религиозный подтекст этого, и мне вообще никогда не хотелось бы провоцировать кого-то в плане религии, или тем более оскорблять кого-то с религиозной точки зрения. Ни в коем случае. Кроме католиков. Вообще плевать. Если кто-то сейчас сидит и думает, ага, просто ты боишься мусульман и православных. Боже, конечно. Естественно. Да. Я увидел одну картину. Лоренцо Лотто, художник. Называется «Венера и Купидон». Я смотрю на ней Венера. Просто прекрасная Венера лежит, да? Сверху Купидончик. Он над ней. И на нее писает. Я такой, на это надо гуглить. Иначе вопросов будет очень много. Я гуглю, и Google пишет. На картине Лоренцо Лотто Купидон писает на Венеру. Я думаю, главное, не ставь здесь точку, дорогой Google. И дальше он объясняет, тем самым он желает ей счастья, благополучия и процветания. Я такой, так вот что было на том видео.
Эй! Те мужчины желали ей счастья. Не, это может быть, да, но не с таким лицом, Купидон. Он на картине следит. Что? Как будто после этого он летит в другое место и гадит людям на голову, желая им финансовых успехов, называя это бизнес-молодость. Я по-другому себе представляю ангелов. Окей? Мои ангелы идеальные — это ангелы Victoria's Secret. Да. И слава богу, в 22-м году, наконец-то, одним из ангелов Victoria's Secret стал трансгендер. Чё? Хорошо, что нас изолировали, блин. Вы... Нулевая поддержка. Нет, в трансгендерах... Эй, послушайте сюда. В трансгендерах ангелах Victoria's Secret гораздо больше божественного, чем вы думаете. Трансгендер в женском нижнем белье, какой бы атеист это ни смотрел, он скажет: «Господь, не оставь нас». Ну, это факт. Да, как вы можете понять, я не прогрессивный человек. Я бы хотел, может быть, им быть, но я не он. Факт, я не прогрессивный человек. Недавно одна девушка прям четко это написала. Она была у меня на выступлении, написала в сторис: «Была на концерте Чеботкова. Точка». Страшный трансфоб и гомофоб. Точка. Было очень смешно. Звучит довольно комплиментарно, как странное заявление в полицию. «Вчера мой муж ударил меня. Точка». Черт, в какой же он потрясной физической форме. Я знаю, что я не на прогрессивной, конечно, волне. Я убедился в этом совсем недавно. В Нью-Йорке на практически каждом туалете общественном написано: «Подходит для всех гендеров». Круто! Но в России, если ты хочешь сказать, что туалет подходит для всех, ты просто пишешь «туалет». Обычно, реально же, реально. Обычно в такой туалет ты заходишь и такой: «Йоу, так не только для людей». Человек не мог сделать такое. Сейчас опишу вам ситуацию, которая либо отдалит нас, либо сблизит. Манхэттен, центр города. Я иду, мне навстречу идет мужик в платье. Просто вот так идет. Я давно живу в Москве. Я даже Александра Гудкова лично знаю. Но я вижу мужика в платье, я такой... У меня внутри... Я все-таки из Казахстана. Это моя родина. У меня она начинает в этот момент... я такой: «Ты куда идешь?» Я такой... Вот это... Ты серьезно? Я вижу... Во-первых, ужасно. Оно ему дико не идет. Да, начнем с этого. Это не... Ни к фигуре, ни к глазам, просто я не понял, как он одевался. Дальше. Я понимаю, что у меня нет агрессии к нему. Это факт. У меня нет агрессии, нет злобы. У меня есть бесконечное удивление, которое просто безграничное. Я такой: это как? И внутренний зверь просыпается, который есть в каждом из нас. Он иногда берет свой голос, наш внутренний зверь, и мой взял. Он такой... Я такой: «Эй! Я думал, там гепард». Он идет на меня. И я начинаю снимать его в свой телеграм-канал. Потому что в этом тоже не было агрессии. Я не пытался его в чем-то, обличить. Я просто такой: это все такая идет за красавица. Бородатый мужик в вечернем платье. Что здесь красавица идет такая? И первый же комментарий у меня в телеграм-канале: «Гомофобия? Нет, не слышала». По-братски, переслушай. Что я могу сказать?
Я пытаюсь разделить. Это ведь, ну, я понимаю, что это своего рода любая эмоция, да, это же как блюдо, да, ты его поглощаешь. И я понимаю, один я это не переварю. Мне нужен кто-то. И я предлагаю прохожим отведать эту трапезу вместе. Я такой. И никто не откликает. Все такие, не-не-не-не-не. Мы в Америке сыты этим по горло. Никого, пока я не встретил на перекрестке двух латиноамериканских работяг. Они как раз стояли такосом, штаны вытирали. И они уже его обсуждают. Эй, que pasa, puta madre, maricón, ла-ла-ла-ла-ла. Joder, Jesús, ла-ла-ла-ла-ла. Я такой, Sí, я такой, и мы уже друг другу. О-о-о-о. Никакого языкового барьера. Я смотрю за ним, за этим типом, а там китаец замер на перекрестке, просто вот так стоит. Я думаю, бог ты мой, так на этом же и держится БРИКС. Просто. Что объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южную Африку? Экономика, конечно. Они за закрытыми дверями собираются и такие, вы видели, мужики в платьях? Если мы не объединимся, нас всех переоденут. Да, я почувствовал напряжение, когда ты говоришь по-русски или говоришь с русским акцентом, сразу все такие чуть напрягают. Понятно, понятно. Но я сходил на стендап в Нью-Йорке, сел в первый ряд, думаю, посмотрю, как чуваки выступают. Вышел ведущий, и он начал у всех спрашивать, кто откуда. Он такой, where you from? 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 И он уже ко мне приближается, и я понимаю, что сейчас, я думаю, так, если скажу из Казахстана, весь вечер будут шутки про Барата. Если я скажу из России, я думаю, ладно, буду говорить правду в любом случае. Он такой, hey, brother, where you from? Я такой, I'm from Sweden. Он такой, yeah, like for real? Я такой, yes. Он такой, no, but your accent sound like Eastern European. Where your accent from? Where your accent from? I'm from Sweden, but my accent is Russian. И весь зал. Вот так начинаю. На слово Russian весь зал дает. Как будто я сказал вообще что-то мерзкое, да, за что человека можно прямо осуждать. Как будто я сказал, типа, мои любимые конфеты – рачки. Да, какую-то, ну, прям гадость. И они все на меня нагудели. Один только в углу сидит тип, молчит, глаза улыбаются. Араб такой, типа, привыкаем. Но я понимаю, почему американцы разозлились, да, потому что они-то за свободу, демократию и там еще что-то. И нам не принципиально. И я выхожу на улицу и сразу увидел свободного человека. Он выбрасывал мусор из мусорки, и у него была гольф-клюшка, и он просто хлестал по ней в разную сторону. Сначала я вообще такой, Тайгер Вудс, блин, ну и фиг знает, пандемия шарахнула. Он разбрасывает мусор в разные стороны, и когда ему кажется удар удачный, как я уже потом дешифровал, он руку засовывает в штаны, прошу прощения, и как бы себя вознаграждает, что ли? Ну, я вот... Я такой... В натуре я гольф никогда не досматривал. И полицейский, который за всем этим наблюдал в углу, он стоит, и ему плевать, что мусор летит в разные стороны. Ему вот именно акт с рукой неприемлем. Он такой... Sir, I want to see your hand. Sir, I want to see your hand. Sir, you're not allowed to do that. Sir, stop it, stop. I said stop. Freak, I want to see your hand. Я думаю, ты вообще, блин, stupid. Nobody want to see this hand. Ты что, не видел, наверное, где она только что была? Но тип был под наркотой. Наркотики вообще бич человечества. И американцы, как круто они борются с наркотиками. Офигеть. Они используют волонтеров.
Ко мне подходили волонтеры на улице просто. Я обалдел. Просто молодые парни на улице подходят к тебе такие: крэк, мефедрон, амфетамин. Имея в виду, что если у меня эта дрянь есть, я могу ее сдать им. Но это как я сам понял. Но... Ну а что еще? Я вообще, знаете, расстраиваюсь, конечно, когда вот слышатся такие вот, когда люди напрягаются. Я понимаю, политика, она все ломает. Политика ломает отношения между странами, между людьми. Это, к сожалению, так. Но когда это еще вот переходит в какие-то чуть большие инициативы, когда они говорят: давайте запретим русскую литературу. Я всегда говорю: давайте. Я всегда за. Меня никто не спрашивает. Просто я фанат русской литературы. Я считаю, ее надо запретить обязательно, потому что запретный плод сладок. Смотрите, 2 года. Запретили всю русскую литературу. 2 года ждем, все, через 2 года в Гарлеме чуваки толкают уже не наркоту. Они уже такие: йо, йо! Почитать хочешь? Слышь, у меня лютое дерьмо есть, бро. Короче, слышь, у типа никого не было, только маленькая собачка, и он ее нахер утопил, ай! Слышь, погоди! Маленький горбатый конь прыгает в кипяток вместе с типом. Как тебе такое, а? Ладно, моя любимая, слышь? Тип пришел проверить ее на мужика, нашел старуху и завалил сучку, ай. И мы такие: эй. Извините, для меня слишком жестко. Жестко, русские это детям дают. Ай, я люблю русскую литературу, я недавно ее полюбил как-то по-особенному. Я начал записывать аудиокниги, я записывал Набокова. Набоков, какой он крутой. Он невероятный. Набоков супер мастер слова, но понторез немножко, конечно, но при этом... Есть одна история, меня поразила, я не знаю, в курсе вы или нет, Набокова в начале его писательской карьеры поймали враги. И они ему сказали: Владимир, мы отберем у тебя самое ценное, что можно отобрать у писателя. Мы буквально сейчас заберем у тебя точки. И он такой: что, прям все? Я такой: нет, ну оставим самую малость. Он говорит: боже, мне этого хватит на роман. Потому что если бы он сам узнал, что его книги будут записывать как аудиокниги, я думаю, он бы сказал: о, блин, ты сорян, потому что... Там такое наполнение смыслов и наборов слов, что каждый раз ты должен подстраиваться под это предложение. Каждое предложение звучит типа: Мартын стоял на палубе и смотрел вдаль. Проходящие мимо матросы видели в нем мужчину, хотя на самом деле это был юноша, который прямо сейчас вспоминал Ялтинское побережье и глаза Софьи, которые смотрели на него так пристально и близко. Взглянув в них, он хотел назвать их аметистовыми, слово, которое вырвалось у него первым, потому что когда-то учитель по-французскому любил повторять его. Но сейчас, он, вспомнив его забавный акцент, акцент, который, кстати, иногда выдавала его родная тетя Марта, которая сжимала его руку своей крепкой, почему-то будто крестьянской рукой, которая никогда не знала на самом деле труда. И тут, взглянув в нее так же, он оказался опять на побережье Ялта. Крым. Воспоминания нахлынули на него, но он понял, что скоро совершенно ему придется возвращаться в родной Петербург, где ждет его дядя Генрих. Дядя Генрих, о котором мы, кстати, больше никогда не вспомним к концу этой книги. И такой... Вот что такое сложно сочиненные предложения. О, блин. Да, и, блин, я каждый раз, когда их записываю, я так погружаюсь в это. И ты еще, когда записываешь аудиокнигу, ты сидишь в маленькой комнатке, у тебя микрофон, у тебя произведение, и все. У тебя ни телефона, тебя ничего не отвлекает. Только в ушах ты слышишь диджея, который тебя записывает, и это, кстати говоря, самое слабое звено. Потому что ты сидишь 4 часа, да, ты погружен, тебя ничего не отвлекает. Ты такой, и заканчиваешь уже писать, и там...
И вот исчез он, и больше не осталось ничего, и никогда он больше не вернется назад, лишь кипарисы помахали ему на прощание, а луна будто бы съела все своим светом. И у тебя в ушах. Ну и муть мы нахер записали. Луна съела, я аж на сам жрать захотел. Я такой, да ёл, Лёня. И при этом, я не хочу сказать, что он дурак какой-то. Он не просто там кнопки нажимал, он еще все время, ну, он слушает, он меня поправляет, там, поправляет мне ударение на неправильные, но поправляет же. Женек, по-моему, кипарис. Проверочное слово кипарик. Я вышел, и он мне говорит, я одного не понял, ты же комик. А не нафига тебе такую книгу дали, серьезную, муторную? Надо было что-то современное, веселое, чтобы пошизить. Современное, веселое пошизить. Это что за книга? Веселые приключения Писи? Что, ну что? Биография Виктории Бонни? Это, кстати, одна и та же книга. Я еще, знаете, подумал, что русская литература, она тебя, ну, действительно может вытаскивать, да? Потому что, когда ты погружаешься в нее, ты всегда понимаешь, что на любые темные времена были времена гораздо темнее. Русская литература, как твой очень матерый друг опытный, к которому ты приходишь в моменты какого-то душевного упадка, и говоришь, у меня все плохо, меня избили, ограбили, у меня ничего не осталось, я совсем один на белом свете, ничего. И он такой говорит, да слушай, у меня то же самое. Только еще сифилис. Это такой, о, блин, не так же плохо. А для меня русская литература стала в каком-то смысле терапией. Потому что на обычную, настоящую терапию я никогда не ходил. И многие мои друзья даже удивляются. У меня все мое стендап-окружение, они все практически на этом. Большинство. Я немного как белая ворона. И они такие, а как ты так? Как ты так? А? Я такой, да я не знаю. Я уверен, что у меня тоже дофига психологических проблем. Но, может быть, борьба с внутренними демонами – это и есть часть творческого пути. Может быть, ну, когда ты что-то делаешь, это и есть твой творчество. А? Не знаю, я просто... Некоторые мои знакомые, не все, но некоторые. Он такой, я, чтобы понять, что у меня в жизни происходит, я это, психолог, пойду. Я такой, конечно, но еще ты очень тупой. Ну, это... Держи это тоже в голове. Тебе бы еще школьную программу наверстать до конца. Ну... А люди творческие, они, конечно, ну, да, с ними могут всякие происходить штуки. Потому что все творческие люди психопаты. Но не все психопаты творческие люди. Поэтому сколько бы ни пел песни Евгений Панасенков, я такой, ну, нет. Ты просто психопат. Да, люди... Люди творческих профессий подвержены всяким соблазнам. Человек-пчела из кривого зеркала кололся. Мне кажется, вы не поняли. Человек-пчела из кривого зеркала кололся. Я его сейчас не осуждаю. Я не пытаюсь, ну, типа, выставить его каким-то... Он бросил. Красавчик. Но прикиньте, как же это было нуарно. Это какой Джокер? Алло. Когда Петросян вламывается в гримёр. «Саня! Саня!» Выбивает дверь, да, такой. «Не успел, Ваганыч». Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Да. Не знаю, мне кажется, что еще большая проблема, когда начинаешь сильно копаться в прошлом. Моя мечта — проживать его и оставлять. Я хочу научиться это делать. Но когда ты все время копаешься в нем заново, 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 не дает тебе двигаться. Это как все время ходить на встречи одноклассников. А встречи одноклассников надо переставать на них ходить. Они все заканчиваются одинаковым каждый раз. Каждый раз. Ребят, а еще химичку помните? Ну, химичку, которая вот эта. Вы помните химичку или нет, ребят? Кто? Ты не помнишь, ты реально химичку не помнишь? Вот эта химичка, она же тоже умерла. Ты такой, да Господь. Не школа, а пункт назначения. Я копаться в прошлом. Еще ты когда в прошлом копаешься, ты постоянно начинаешь вот эти у тебя идиотские всякие. Ты такой, вот бы, надо бы, было бы по-другому поступить бы. У меня самое частое, я такой,
Эх, блин, что я в 2007 году песню «It's too late, apologize» не писал чуть раньше, чем «One Republic». И я... Она же и не такая уж и сложная. Вот копаться в чужом прошлом, базара нет. То, что надо. Но, опять же, это должен быть человек, да, с таким прошлым, чтобы в нем покопать. Я обожаю истории моего дедушки из прошлого. У меня дед... Мой дед участвовал в Карибском кризисе. Если что, Карибский кризис — это не развод Джонни Деппа. Хотя к нему мой дед тоже имеет отношение. Просто многое приписали Эмбер Хёрд. Я спрашиваю, он служил на подводной лодке. Я говорю, дед, расскажи, что было вообще. Ну, Карибский кризис, ни черта себе, что было? И он рассказывал так. Он говорил... Ну, знаешь, мы переживали, мы у Кубы стояли. Волновались, конечно, но товарищам как-то не принято было показывать вокруг. Ну вот, ждали приказа. Да? Ну, слава богу, оно, знаешь, как закончилось, так закончилось. Дед, а почему? Почему? Это еще никто не экранизировал по твоему рассказу. Я вижу эту картину. 10 мужиков в закрытом пространстве. И один такой, хоть кто-то переживает. И все такие... Я не переживаю. Титры! Это... Самое прикольное, что годы идут, и дед начинает припоминать детали, которые забыл. Сейчас он говорит мне, Карибский кризис? Ну, слушай. Короче, я говорю Кеннеди. И я такой, оу, вот это что я хотел услышать. Он его... Дед его в конце и убивает, если что. Но я понимаю, что это даже уже нереальная история. А мне и не нужна реальная история. Кому нужна реальная история? Нужен миф, нужна сказка. Сказка — это то, что двигает вообще человеческую культуру вперед. Мифологическое мышление. Вот что нужно. Я в дома-музеи не хожу за историей. Мне плевать, кто там жил. Мне важно, кто там сейчас живет. Вот эта женщина, которая там работает. Я иду туда послушать только ее фантазию. Попробуйте. Отвлекитесь от того, что там внутри. Слушайте, что она говорит. Это каждый раз круто. Ты приходишь. Мы были в Питере, в Юсуповском дворце с ребятами. И такие... Красота неимоверная. Юсуповский дворец. Ну, такие, как круто. Приходим, там эта женщина работает. Очень приятная, она очень интеллигентная. Она немного старая дева. Такой у нее образ. Из-за этого у нее присутствует сексуальное напряжение со всем ее музеем. Когда она такая, давайте обратим внимание на вот эту вешалку. Все обратили внимание? Молодой Юсупов Феликс трогал ее вот здесь. Он вот здесь ее трогал. Он к ней прикасался своим. Когда молодой Феликс ее трогал вот здесь. И она потом спрашивает какие-то вопросы. Мы такие, йоу, где курилка, блин? Но когда она в конце на полном серьезе начала спрашивать, она такая, так. Друзья, мы находимся сейчас в фиолетовом зале, поэтому вопросы, пожалуйста, про дворец, пожалуйста. А мы были с другом, он мне в фифу проиграл дурацкое задание какое-то. Я им говорю, спроси у нее, это Юсуповский дворец или Юпусовский. И он... С каменным лицом спросил. Он говорит, извините, а это Юсуповский дворец или Юпусовский? Я умираю, значит, я думаю, боже, как ты держишь? Он говорит, а я правда не знаю как. Я теперь говорю, друзья, будете в Петербурге, найдите эту женщину, задайте ей тот же самый вопрос. Чтобы она сломалась в какой-то момент. Чтобы она такая, а может, и Юпусовский? Но я считаю, что миф важнее всего вообще, потому что на этом построен маркетинг.
Да? Когда ты можешь просто говорить, а можешь говорить, но у этого есть вообще-то история. И это сразу стоит дороже. А если это даже... Ты можешь интонационно даже просто сказать. Я пошел выравнивать зубы в стоматологическую клинику. Они мне говорят, Евгений, выбирайте. Что мы вам поставим? Смотрите, вы должны выбрать. Евгений, окей? Стандартные брекеты, либо... Элайнеры. Я такой, оу. И это я должен выбрать? С такой интонационной подсказкой справится даже собака. Я говорю, элайнеры. Элайнеры. Они такие, блин, хороший мальчик, блин. Они дали мне 17 кап. Сейчас на мне не надеты, потому что когда я надеваю, начинаю шипеть. Очень сильно. Но это плевать, потому что эстетически это гораздо лучше, чем брекеты. Брекеты какие-то там что-то у тебя, да. Элайнеры, прозрачные пластинки. Издалека просто как будто полный рот слюней. Очень круто. Очень мне нравится. Я шиплю в них. Я когда их только надел, шипел очень сильно. Мне позвонили в этот же день из студии звукозаписи, где мы аудиокниги пишем. Они потребовали деньги назад. Я говорю, нет, все нормально, все будет хорошо. Это у нас же новая книга, Жень, на носу. У нас Тихий Дон. Я такой, слухов? Тихий Дон надо обязательно писать в лайнерах. Книга будет не такой серьезной. Мужики, Гришку убили. Все. Ничего сложного. Но... А вообще... Я был впечатлен этими штучками, потому что ты их просто меняешь, и зубы действительно смещаются очень круто. Я пришел на встречу к друзьям, говорю, прикиньте, вот просто их меняешь, и вот так все просто двигается. Один говорит, что такой, блин, в натуре. Братан, а ты куда старые капы будешь девать? Я сейчас на 8-м этапе. Он на 2-м. Мы довольно близки. Но, знаете, ведь на этой мифологии строится и любой имидж. Вообще что? А если ты на сцене, это как будто вообще необходимо всегда какую-то создавать небольшую, да, мифологию. Я никогда не понимал, что там именно у меня. Но был в Казахстане летом и встретил просто на улицу женщину. Она мне говорит, Евгений, я так кайфую с вашего образа, имиджа, стиля. Я такой, воу, а он какой? Она говорит, ну вы такой, блин, а-ля Антошка. Что? Что? Эй, хуже иметь имидж только а-ля промокашка. Ну это что за имя? Антошка, господи. Я говорю, слушайте, Антошка не Антошка, но я официальный бренд-амбассадор Adidas Russia. Что теперь вообще ничего не значит. Вообще. Но я продолжаю им писать. Кстати, единственное, что роднит меня с Kanye West'ом, у нас у обоих был контракт с Adidas. Я пишу им постоянно, менеджеру Adidas, и если кто-то взломает нашу переписку, я в этой переписке просто брошенная девушка. Потому что я такой, привет, Adidas, как дела? Надеюсь, у тебя все очень хорошо без меня. Просто сегодня нашел футболку дома и вспомнил о тебе, она твоя, и это ты мне дарил. Adidas, а ты еще вернешься? И он такой, Жень, я же сказал, но пока нет, но у нас перерыв должен быть. Да, просто если для тебя это нормально, для меня нет, этот перерыв что значит? Ты меня в своем будущем вообще, ну, еще видишь или... А вообще, знаешь, что я унижаюсь? Просто, чтобы ты знал. Меня вчера весь день лайкал Пума Казахстан. Я вообще хорошую рекламу очень люблю, когда она круто сделана. Что такое хорошая реклама? Та, которая тебя обманула. Но это факт. Когда ты не понимаешь до последнего, о чем идет речь. Когда она такая... Почувствуй. Теплый океан. Прикоснись к своей первой любви. Вспомни глаза матери.
майонез. И ты такой, дайте мне две пачки. Я очень по матери соскучился. И у меня самое популярное рекламное предложение, которое мне поступает, это реклама виски. Каждый раз. И я им каждый раз говорю, я не пью алкоголь, им вообще плевать. Им все равно. Им все равно. Всегда, почему-то представители виски, я заметил, это бодрые мужички. Веселые. Доброго дня! Евгений, представляем бренд с коллегами. Ирландские виски. Изучили ваш профиль, ваш этот бэкграунд. Выяснили, что вы рыжий. И подумали, что будет вообще здорово. Вот это будет, конечно, коллаборация. Я говорю, слушайте, если у вас весь креатив, платформа, вся построена на том, что я рыжий, то я не совсем рыжий. У меня рыжая борода, спора нет, но у меня на голове волосы. Это даже не, давайте на солнечный свет выйдем. Они даже не рыжие. Они даже не рыжие. Я не полностью рыжий. Я такой а-ля Антошка. Они говорят... Их это вообще не смущает. Они такие, ой, это Евгений, ну и у нас не прям уж ирландский виски. Там... Да, но если так подумать, вообще бренды — это же шелуха. Какие бы крутые бренды не были, да, что бы ты там носил, покупал, рекламировал, это все как человека тебя не меняет, не делает ни лучше, ни хуже. Это просто какая-то внешняя оболочка. Чтобы стать лучше как человек, я полагаю, ты должен общаться с людьми, которые влияют на тебя, делают тебя круче. Именно по этой логике я недавно оказался дома впервые в гостях у Леонида Парфенова. Прикиньте. Я рассказывал это как-то на концерте, ко мне после подошли две девчонки лет 18, и такие, Евгений, кто такой Леонид Парфенов? Я никогда так возраст не ощущал. Я такой, что говоришь? Я говорю, здрасте, приехали, а на медни? Не слыхали? Они такие, нет. Я такой, ну тогда бежите. Я думаю, как Леонид Парфенов, такая глупая. Я фанат Леонида Парфенова, он невероятно крутой. И он пришел ко мне на концерт, мы обменялись номерами, и он мне звонит на следующий день. Он говорит, Жень, приветствую. Хотел пригласить на такую небольшую домашнюю вечериночку, чисто для своих. Будут все свои. Буду я с супругой, будет мой друг, арт-директор Третьяковки, будет мой товарищ, директор Эрмитажа. Приедет мой друг, итальянец. Он владелец филармонии во Флоренции. Будет еще мой хороший друг. Он тоже крупный банкир. Будет еще мой товарищ. Он из нефтегазовой компании. Будет еще один человек. Он из правительства Петербурга. Вы... И, возможно, Оксимирон. И я такой, это что? Я слушаю список гостей. Нет, серьезно, я слушаю список гостей, я думаю, так вот как себя ощущает Соколиный Глаз в команде «Мстителей». Ну, просто тип в леггинсах на фоне супергероев. Офигеть. Я думаю, я конкретно... Нет. Я серьезно, я конкретно туда еду. Зачем? Чтобы им всем было в кого тыкать мундштуком. Чтобы они такие, интересно, а оно ест хлеб? Или, ну, что? Я так себя там... Я перед поездкой так себя накачал. Я такой, приезжаю, говорю, так, все, я все эти ваши вечеринки знаю. Когда раздеваться, где маска совы? Они такие, Жень, господи, вы чего? Такое только по четвергам. Я думаю, надо с ними завести разговор о чем-то, чтобы, ну,
да, ненавязчиво, но прикольно, и чтобы им было как-то, ну, я мог и поддержать. Я думаю, ну, а что, наверное, надо об искусстве говорить, да, там такая компания. Я такой, что? Я такой, так, быстро, что я об искусстве знаю? Я такой, я видел, как мальчик писает на женщину. И они такие, так вы бываете по четвергам? Но... Леонид такой радушный хозяин, он с ним такой кайф общаться, он все время что-то цитирует еще, цитаты, очень круто, цитаты. И он такой, сегодня посмотрел за окно и сразу вспомнился Бальмонт, помните, как он писал? Помните вот это его? «С утеса ветер принесет мне воспоминаний, пусть...» «С утеса ветер принесет воспоминаний...» И вот так мне в глаза... Помните? А я сижу, как сыч перепуганный. И он мне говорит, помните? Я говорю, да. И сам думаю, в натуре, женек, ты откуда знаешь, какой Леонид? Может быть, это его прикол? Он такой, помните, да? Ну-ка, все замолчите, продолжайте, да? Может, он такой. Но, слава богу, там вмешался арт-директор Третьяковки прям в самый нужный момент. Он такой говорит, Леонид. Ну, это же не Бальмонт писал. Это же писал Бальмонт. Йоу, такую полемику я потяну. Я говорю, да. И, по-моему, не писал, а писал. Как мальчик на женщину. Но они начали спорить об ударении, как правильно, Бальмонт или Бальмонт. Кстати говоря, можно и так, и так. Но я последний раз об ударениях спорил только бывшего одноклассника встретил в Ускомань. Он, мой бывший одноклассник, он двигается. То есть безработный. И я ему говорю, что, Влад, какие планы? И он мне говорит, да я, братан, что, какие планы? Я сейчас, короче, думаю залететь, короче, там в Акимат, короче, работать это на тендерах. Ну, прикололся. Ну, по знакомству. Бог с ними, с тендерами вообще. Ну, какое к черту знакомство? Кто тебя туда устроит по знакомству? Французы? Владислав, будете работать по знакомству, потому что с вас взятки глотки, да? Это... Что за отстой? Но Леонид там продолжал душить дальше. Он такой, не, ну для меня привычнее Бальмонт. Помните? Ну вот помните, как он, прекрасные же строки. С утеса ветер мне приносит воспоминаний пустоты и тех несказанных гаданий. И все вокруг себя такие, припоминаю. И я вот, у меня одна мысль. Я думаю, вот смотрите, я... Очень уважаю Леонида. Очень. Я считаю его суперкрутым. Но! Что если Бальмонт такого никогда не писал? Ну, я имею в виду, кто будет проверять Леонида Парфенова? Ведь у него такой кредит доверия, что он может последние лет 15 вообще расслабиться. Что если он не то, что врет или лукает, но просто он типа, ну, дает фристайл, да? Давайте, да, ну, то есть он ездит по мероприятиям, да, по городам, какие-то форумы, тусовки, и он такой, это Тютчев, это Бальмонт, это Гоголь, это Фет. И мы такие, обалдеть, я этого Гоголя не помню. Он такой, это неизданное, блин. И ты такой, как он все знает? А если ты душнила, вот я душнила, например, да, у меня с собой в кармане полное собрание Бальмонта, здесь Бальмонта, и я прихожу к нему в гости, он начинает цитировать, и я такой, ну, меня не проведешь, я такой, я дико извиняюсь, Леонид, вы начали про Бальмонта, у меня просто, я все изучил, там такого нет, извините. Он же не растеряется, он же очень умный мужик. Он скажет,
Вы, конечно, подловили меня. Да, я очень, очень рад, что вы так, конечно, сказали. Друзья, обратите внимание, Женечка первый раз пришел в гости и сразу же вот так подловил меня. Какой, Жень, какой вы молодец. Спасибо вам за это. Сразу награда. Вон в углу вино стоит очень редкое французское. Вон в баклажке. Попейте. А единственное, что-то утомился, что-то не то сказал. Давайте я другую цитату. У меня по этому поводу очень классная цитата вот сейчас всплыла в голове. Можете ее не проверять. Это Гоголь. Цитата такая. «Я тебя, сука, в приличный дом привел». Я такой, а это припоминаю. Да, но вообще время, проведенное в компании там, умных, интересных людей, это, конечно, очень круто и очень важно. Но время, проведенное наедине с самим собой, это как будто бесценно. Это вот то, что тебя действительно может поменять и изменить. Ну, на самом деле. Но в наш век это так сложно. Побыть самим собой наедине, капец. Я этим летом был на Алтае с ребятами. Алтай потрясающе. Мы еще выехали в такое место, там ни связи, ни интернет, вообще ничего. Телефон просто пустая коробочка, бесполезная. Реально, ты просто смотришь на нее без связи, без интернета, такой. А как кушать? Ты у тебя вообще все забываешь. И, ну, реально, ты приезжаешь, что, и я понимаю, что, что еще невозможно, невозможно спорить. Невозможно. Потому что как спорит современный человек? На скорость гуглит статьи. Правильно? Ну, правильно же. Вы такие. Вы сидите. Современные люди. И вы такие. Пока не придет самый умный. Такой, я об этом смотрел подкаст. И вы такие. Да, да. О. Спорить невозможно, а у меня, я поехал в такую компанию, поехал мой кореш Саня, он сибиряк такой, сибирячок настоящий. Кто такие сибиряки? Люди очень уверенные в своих знаниях, в себе, никто им не авторитет. И он такой, не надо это мне рассказывать, мы... Я знаю, если я этого не ел, этого нет. И ты такой, ну это, конечно, блин, аргумент. И мы все время спорить начинаем. И если у меня телефон в руках, я могу его переспорить, да? Как аргумент. Я все время такой, нет, Саня, вот смотри, ботинки Тимбаленда делают не из кожи певца Тимбаленда. И он такой, ну, значит, раньше делали. И такой, ну, окей. Но когда у меня нет этого финального аргумента в виде телефона, а есть вокруг палки, камни, обрывы, скалы, я такой, да нафиг надо с тобой спорить. Хорошо, Саня, белки хищные. Он такой, не, ну, а кто у меня тогда дядьку убил? Если там были только он, я и белки. Я говорю, да, ну, белки. Вот так и скажи. На суде. И был еще мой хороший кореш Хэта Хугаев, осетинский стендап-комик, родом из Монте-Карло. Он очень прогрессивный чувак, Хэта, суперсовременный тип, реально. Но вот это что такое? Это летит стереотип мне в микрофон, пока я его хвалю. Живет в Москве, все время какие-то, видел такое НФТ, о, такое новое приложение, очень современный я тип. Но на Алтай взял с собой огроменный кальян. Я такой, как это вообще, как это? Он говорит, будем кайфовать. Мы сидим, реально кайфуем, сидим втроем, и подходит пацан местный, алтаец, пацанек лет, ну я не знаю, 9. Можно мне вот эту тоже? Я говорю, не, ты ребенок, тебе нельзя. Ухожу, возвращаюсь, пацан уже сидит на моем месте. Я смотрю на друзей, говорю, вы что? Они, да он попросил. Я думаю, ну, ему 9 лет, не надо ему давать, это вредно. Я его агрессивно прогоняю, я говорю, уходи отсюда. Я говорю, пацаны, ну не надо, это ребенок. Саня такой, ну да. Пацан,
Электронку тоже верни. Я думаю, да боже мой. И пацан вернул электронку, но пришел уже с компанией. Их было человек 5. Его я узнал сразу, потому что он единственный уже был с тяжелейшей зависимостью от кальянов. Его уже чуть потряхивало. Он такой, можно нам всем? Вот всем. Нам всем. Я такой, нет. Такой, а я вам принес мумиё. Полный пакет мумиё. Я мумиё, мне мама все детство давала мумиё, я как будто старого знакомого видел. Я такой, о, мумиё, блин, здорово. Здорово, мумиё, давно не виделись. А хэток рядом сидит такой, по-братски, что за мумиё? И Саня, конечно же, говорит, ты что не знаешь, что такое мумиё? Мумиё, это дерьмо летучих мышей. Я такой, да, я говорю, ты ну, совсем что ли? Ну ты что, дурак? Ну зачем ты говоришь, когда не знаешь? Ты мне мама это все детство давала. Алло, я тебе сейчас докажу. У меня ноль связи. Телефон не работает, ничего не показывает. Вокруг из аргументов палки, камни, обрывы. Я такой, ладно. Он говорит, ну если... А что такое мумиё? Я говорю, хэток, слушай, мумиё это... Какая черная штука. Собирают в скалах. И сам слушаю себя стороны, думаю, Жень, ну какой же ты тупой, ну это, что это, что? Я говорю, ладно, пацаны, угли главное меняйте. Беру мумиё пакет, беру телефон, лезу на гору, чтобы до какого-то хотя бы интернета добраться. Ну, я себя знаю, я бы не уснул просто. Я несу в одной руке пакет, в другой телефон. Я забираюсь, у меня ешка появляется, я стою, что такое мумиё? Википедия мне пишет, мумиё – это черное органическое вещество, вытекает из расщелин скал, вероятнее всего является отходами жизнедеятельности летучих мышей и других грызунов. Окей. Что за вероятнее всего? Эй, уточните у кого-то. Эти ученые, которые это писали, они устали, пока писали? Что? Ой, я не знаю, дерьмо какое. Так, набежи. Что? У меня в руках полный пакет, вероятнее всего, дерьма летучих мышей. Я это не... Мне мать это все детство давала. Слава богу, хоть рыбные молоки что-то нормальное, но... А то так одно дерьмо, получается, ел. Это молоко рыбы. И... И я смотрю на этот пакет полный, вероятнее всего, дерьма летучих мышей. Думаю, это метафора нашей жизни. Вот она. Ты лезешь на гору, преодолеваешь себя, чтобы тащить это дерьмо из прошлого. Я думаю, я не собираюсь его с собой таскать больше никогда. Прямо с этой горы. Потому что, если ты уже... Ну, зачем на него смотреть, блин? Если ты уже снял с себя этот защитный панцирь, вышел из комнаты, так и не оборачивайся. Выкини это нахрен. Я вот, как будто я с середины поля. Ба, он улетит так красиво. Я думаю, ну матери надо позвонить. Поставить вопрос ребром. Я такой, мам, по поводу мумиё. Ты знала? Я такая, конечно знала. Чё? А? Чё? Как дела, говноед? Спасибо огромное за внимание, спасибо. In the days of the 4-4 pace lid, eyes wide shut, closed no jumps, road code never overdone. I'm so kid of the latch key, bringing the brash speech at max speed to make you cop it like it's tax free. Nothing could be harder. Blast bars that you can't talk. It's so easy, it's so easy, eh? It's so easy, eh?